Приветствую вас. Смотрите, какая получается история. Если у вас имеет место быть непрекращающаяся депрессия, как вы говорите, то в первую очередь необходимо вам пройти лечение. Медикаментозное, возможно, лечение и так далее. Это первое. Потому что диагноз депрессии – это заболевание. Заболевание лечат, в том числе медикаментозно. Дальше. Склонность к суициду и суицидальные мысли там тоже обследуются врачом, психиатром, либо клиническим психологом. Вот, и также назначается соответствующее лечение. Ну, в случае, если это необходимо. Вот, и, возможно, вам имеет смысл как раз пройти курс реабилитации в реабилитационном центре. Вот, где вы будете в определенной среде, где вы будете среди определенных людей, где у вас будет определенный распорядок дня и где вы будете чувствовать себя в некой безопасности, в том плане, что вся ответственность за вас будет лежать на других людях. Ну, в частности, на ведущем реабилитацию. Вот. И там вам, в общем-то, могут помочь. Это первое. Второе. Не исключая лечение медикаментозное, точнее. Вы можете обойтись и без реабилитационного центра, занимаясь психотерапией, только при условии, что у вас идет лечение болезни. Вас заложена программа самоуничтожения, очевидно. Это вот то, что вы ошибка, вы считаете, что вы ошибка. И вот то, что вы чувствуете потребность в любви и общении, это как бы следствие подавления любви к себе, следствие подавления чувствования своей ценности. И здесь нужно работать, понятно, с детско-родительскими отношениями, в первую очередь. Потому что именно они стали основой для тех вещей, которые вы сейчас чувствуете. Вот. Ну и, собственно, позадавать себе вопросы, да, вот у вас двое детей, почему вы, собственно, вот, допустим, думаете о суициде, когда как у вас семья? То есть не думаете ли вы там, к примеру, о том, что ваша семья, да, она будет страдать вот от того, что вы с собой что-то сделаете. То есть, важно вот понимать то, как вы воспринимаете свою семью. Вот. Это очень важно.
очень важный, ну, очень важный момент этот для вас, чтобы более адекватно смотреть на себя. Вы также считаете, что вправе распоряжаться своей жизнью, вы считаете, что вправе делать своей жизнью, то есть решать, жить вам или умереть, это тоже является ошибкой, и вследствие того, что вы берете на себя слишком много, вследствие того, что вы берете на себя ответственность, которая вам абсолютно не принадлежит. Вот. С другой стороны, на вас постоянно давление, ну вот, вы чувствуете себя несвободным, вот. Ну а ваши болезни являются следствием как раз таки той разрушительной программы, которую вам вложили ваши родители. Вот. Тут я бы еще и поработал бы с вашими отношениями с супругой, вот, потому что вполне вероятно, что супруга может помочь вам в преодолении этой ситуации, если она того хочет. Вот. То есть начать я бы вам вот рекомендовал именно с того, чтобы вместе с супругой обратиться к психологу и вот уже пообщаться. А дальше уже с вами, потому что первый раз вам будет проще именно с супругой. Особенно если она вас любит, если вы любите ее, но тут опять же очень важный момент, что коль вы хотите с собой покончить, да, то вот, любовь к детям и супруге как бы отодвигается на задний план. Понятно, что это связано с тем, что вы не любите себя. Вот. Тем не менее, вы молодец, вы смогли построить семью, родить детей, так, ну, как бы, завести детей. Вот, и что при вашей истории видится чуть ли не подвигом. Вот, и то, что вы вот постоянно ведете оценочную деятельность, вы оцениваете постоянно себя, оцениваете, я увидел других людей, очень сильно вам мешает. Вот. Такая вот история обязательно подтвердите или опровергните диагноз депрессия и суицидальные мысли. Вот. И озаботьтесь с прохождением соответствующего лечения. Вот. И в период, в том числе лечения, вы можете уже начать заниматься психотерапией. Вот. Что касается ваших вопросов, которые вы задаете, сейчас я на них постараюсь ответить. Как мне справиться с этим? Справляться не нужно, нужно раскрывать. Как забыть ужасное прошлое? Просто забыть невозможно, изменить к нему свое отношение вполне реально. Для этого нужна психотерапевтическая работа. Как убраться негативные мысли из головы? Опять же, убирать ничего не нужно, их нужно раскрывать. За негативом всегда идет позитив, вам просто нужно до него дойти, вот. А убирать и забывать ничего не нужно, это честно. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.